Тема сегодняшней лекции – диалектический метод. Диалектический метод. В прошлый раз мы с вами особо подчеркнули, в чем отличие диалектического метода, диалектической логики от формальной логики. В формальной логике мы в отношении какого-либо предмета мы должны высказаться или А, или не А. А в отношении предмета, когда высказывается диалектическая логика, она в отношении каждого предмета, о котором идет речь, высказывается и А, и не А одновременно. То есть надо принять во внимание и одно, и второе. И вот все те категории, которые мы с вами успели посмотреть, а движение категорий шло по принципу из более простых, получается все более и более сложные, исходя из того, что сложное – это сложенное из простых. И они не должны появиться, так сказать, неизвестно откуда, а потом мы доказываем, что это так. Они выводятся. Одно выводится из второго. И так постепенно кажется, что из, так сказать, совершенно бессодержательных категорий вырастает все более и более содержательные. Хотя на самом деле так и вообще в развитии. А развитие из движения от низшего к высшему, от простого к сложному. Даже, скажем, если возьмете развитие низших организмов к высшим, действительно есть движение от более простого ко все более и более сложному. Но в логике вот эта, так сказать, кажущаяся простота связана с абстрагированием. А что такое абстрагирование? Это отрицание. То есть от все более и более отрицается от разных предметов. И, наконец, самая общая категория бытия, чистая, получается путем отрицания от чего? От всего. Если отрицаем все, то вот человек, непривычный к диалектической логике, ему кажется, что вот это чистое бытие, оно оторвано от всего. На самом деле, если имеет место отрицание, то значит имеет место отрицательное соединение. Если я вас отталкиваю, как я уже демонстрировал в прошлый раз, и еще могу продемонстрировать, если вас отталкиваю, значит, я к вам притрагиваюсь и присоединяюсь. Поэтому некоторые люди думают, что если я что-то отрицаю, то я тем самым, так сказать, разрываю связь с этим, а на самом деле устанавливаю. Вот можно, например, про вас говорить, что вы не вор, не убийца, не террорист, не насильник, там, не сволочь, не подлец. И окружить вас можно вот в центре этих всех отрицаний, и вокруг вас целое обилие того, что, в общем-то, не хотелось бы, чтобы упоминалось вместе с вами, правильно? Поэтому вот такие приемы иногда применяются, и эти приемы основываются как раз на том, что отрицание вовсе не, так сказать, разрывает связи с тем, что отрицается, а просто устанавливает отрицательную связь. Например, можно сказать про человека, что он не глуп. А можно сказать, что он умный. Вы что хотите больше? Можно сказать про девушку, что она не дурна. А можно сказать, что она красивая. Видите разницу? Где, то есть положительное высказывание, отрицательное. И в том, и в другом случае устанавливается связь, только одна вот положительная, другая отрицательная. Ну вот мы с вами такой проделали путь для того, чтобы у вас было не просто в руках и в головах как бы только образ диалектической логики, чтобы вы видели, как совершается это выведение. Я его сегодня довершу до изменяющегося нечто, поскольку все изменяется. Но что такое изменение, я думаю, что вы вряд ли сможете сказать, поскольку это предполагает, ну, такой вот навык диалектической логики. Потому что если я вас спрошу, вот вы равны самому себе? Да не надо юлить. Вы равны самому себе или нет? Вы это вы или нет? Ну да. Ну да. Вы все время равны самому себе? Да. Ну то есть лекции мои не нужны. Я правильно понимаю? Вы пришли, пришел товарищ, сидел на лекциях и остался равным самому себе. Это что значит? Понятно. Второй вопрос к вам же. В соответствии с тем, как построена диалектическая логика. Вы не равны себе? Да или нет? Знаете, вот как это вам подвох ищет. Не равны себе? Я равен себе как. Да мы уже на эту тему говорили. Я вот другой вопрос. Вы можете сказать, вы
согласны, что вы не равны себе? Нет. Не согласны? Вы только равны. Ну, тогда мы возвращаемся к первой неле. Что если вы все время только равны себе, то вам вообще не надо ходить слушать лекции, потому что, ну, с чем вы пришли, с тем и уйдете, правильно? Ну, если вы хотите остаться равным самому себе. Но... Я бы советовал вам бы и глаза закрыть, и уши заодно. Ну, а как вы иначе сохраните равенство с собой? То есть, если еще глаза вы закроете, а уши у вас так не закрываются, это надо отдельно ладонями закрывать, чтобы сохранить равенство с собой. Ну, вот я вам обращаю ваше внимание на то, что вот так, какие, казалось бы, простые вопросы, которые обычно не задаются, потому что люди сразу занимаются конкретными вещами. А философия, она занимается всеобщим. А диалектическая логика занимается как раз всеобщим, самой абстрактной форме, когда она берет суждение. И если вы берете только одно суждение, то оно правильное, но не истинное. Это я вам уже говорил. Правильность и истинность – это разные понятия. Вот если я буду перечислять все ваши достоинства, это будет правильно. И если мы направим комиссию, у нас тут два человека, вами будем заниматься, эти два человека будут проверять. Они после как проверят, подтвердят, и уже будет не просто правильность, а достоверность. Ну, раз проверили, это достоверное уже знание. А истинным знания не будет, потому что точно так же. Значит, этим же людям, можно сказать, пойдите, проверьте у него, какие есть недостатки. Недостатки у вас есть? Есть. Ну, сейчас вот начнем там проверять, изучать, исследовать. И это тоже будет правильно. Но они же есть? Есть. Правильно. Ну что, значит, получается одна правильность, одни достоинства. Другая правильность. Мы вот так видим в истории, там, когда изучают и рассказывают про историю нашей страны. Получается, то, значит, все, так сказать, одни успехи, то черти что там рассказывают, что были одни недостатки. А такого никогда не бывает. А бывает, в живой жизни все содержит в себе противоположность. Все. Абсолютно. И это не отдельное там, значит, заключение по отношению к отдельным предметам или объектам. Это относится к чему? Ко всему. И вот как бы для того, чтобы это, к этому привыкнуть, ну, надо вот это осознать. Осознать, что это относится ко всему. И если вы начнете проверять, то вы можете бесконечно проверять, потому что нет исключений в этом правиле. Все содержит в себе противоположность. Потому что все, про все можно сказать и а, и не а одновременно. То другое дело, в чем это не а, а в чем а. Вот, например, вот вы сейчас живете, да? Живете, да? Хорошо. Ну, про вас я дальше другое не буду, я про себя скажу, а я умираю. Это правильно? В каком-то смысле все люди? Ну, что? Ну, так я спрашиваю, правильно, а вы начинаете ходить рядом там что-то. Ну, это неправильно, что я умираю? Вы правы, что вы тоже умираете. И можно тут тоже по-разному рассуждать, что вот вы меня моложе, поэтому вроде как мне хуже. А с другой стороны, вот мне вот больше 70, я-то точно до 70 дожил, а вы еще неизвестно, до чего доживете при такой жизни. Видите, как это можно перевернуть? Ну да, это обсуждение. Да-да-да. То есть все содержит в себе противоположность. Ну вот давайте мы закончим нашу цепочку. Вы уже, наверное, заметили, что каждая следующая категория представляет собой не вот что-то вот самостоятельное, а она вся содержит в себе все предыдущее. В содержании каждой следующей категории в логике диалектической содержится все то, что было сначала. Поэтому, если, скажем, вас попросят сказать, что такое качество, вы начинаете, ну, слушайте, берем чистое бытие и добираемся до качества. А если вас попросят сказать, что такое, скажем, наличное бытие. Ах, ну, слушайте, берем чистое бытие и пошли. То есть никогда не берется результат без процесса, который ведет к этому результату. В математике это тоже имеет место. То есть никогда мы не считаете, да, теорему доказано без доказательства. Правильно? То есть это тогда что, так сказать, пока гипотеза, не более того. Или аксиома, если это основание математики. А вот без доказательства она, так сказать, не теорема. Ну и доказательство без теоремы тоже не можете. Что вы доказываете? Если у вас нет теоремы, то что вы доказываете? То есть даже в математике, в формальной логике, и то
Результат берется вместе с процессом. Хотя обычный ход такой, хотя, как вы понимаете, не так вот выскочили теорему к людям, так сказать, математикам, ученым в голову, а потом они начали искать доказательства. Вот они думали, и этот процесс был довольно сложный. И сказать, что раньше явилась теорема в такой форме или доказательство, то есть они вот разбирали, и наконец получили вот такое утверждение. А теперь они пишут теорему и начинают искать более простой путь, более простое доказательство, и оно как бы потом существует. Хотя это вот существование доказательства потом, ну, оно несколько, так сказать, искажает действительное движение, в том числе и научное, в том числе движение, связанное с выработкой этих теорем. Ну, а что касается диалектики, она именно этим движением и занимается. Как получается то, что получилось. Поэтому результат берется вместе с процессом. Более того, если он результат, то в самом слове ясно, что результат – предполагает какой-то процесс, иначе он не результат, а просто что-то выскочило уже неизвестно откуда. Правильно? Поэтому можно было бы это даже не говорить. В слове «результат» это содержится. Скажем, начало, поэтому мы с вами уже говорили на эту тему. Что такое начало? Это неразвитый результат. Потому что если у вас не предполагается никакой результат, то нет никакого и начала. Что вы начинаете тогда, раз вы ничего не собираетесь получить? И наоборот, что такое результат? И это развернутое начало. И вот я сейчас быстро пройду то, что мы с вами изучали в прошлый раз в течение длительного времени. И немножко мы пройдем еще несколько шагов. И потом перейдем к рассмотрению вообще того, что такое диалектический метод. И что является темой данной лекции. Итак, мы рассматриваем чистое бытие. Что про него можно сказать? Можно про него сказать, что оно есть, раз оно бытие. И что еще про него можно сказать? Ничего про него нельзя сказать, кроме того, что оно есть, поэтому мы приходим к понятию «ничто». То, к чему мы приходим, то мы и разглядываем умственным взором. Разглядываем ничто, и что обнаруживаем? Что оно? Ничто. Нет, что оно есть, раз мы его разглядываем. Ошибка. Ошибка, молодой человек. Вот вы разглядываете ничто, и раз вы его разглядываете, значит, оно есть. Если бы его не было, нечего было бы вам разглядывать. Следите внимательно за логикой. Логика тут формальная, когда мы выводим, естественно. То есть диалектическая логика не отбрасывает, просто она берет противоречивое, и поэтому она все время рассматривает новые противоречия на разных витках. Поэтому ничто есть, раз, значит, оно есть, значит, оно бытие. Чистое? Нечистое. Потому что то бытие было в самом начале чистое, а это уже результат движения в двух этапах. Так сказать. Чистое бытие перешло в чистое ничто, а чистое ничто в бытие. А бытие это уже переходило в ничто, значит, на этом процесс не остановился, и нам уже повторять не надо. У нас получается, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И вот этот вот бесконечный процесс, или бесконечный переход бытия в ничто, ничто в бытие, или движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, называется становлением, как уже товарищи вполне усвоили. Становлением. Что нам надо дальше делать? А вот так в логике, в диалектической. Ну, к чему пришли, то и разглядывайте. Не надо прыжки в сторону, не надо таких переходов. А теперь перейдем к... Что значит вы перейдете? Это вы перейдете, а вот категории-то переходят, движение, понятие, имеет место или нет. Поэтому мы должны рассматривать умственным взором то, что получили. Становление. Вот мы рассматриваем становление. И обнаруживаем, что в этом становлении, которое есть движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, есть два противоположных движения. Одно – превращение бытия в ничто, а другое – превращение ничто в бытие. Вот превращение ничто в бытие называется возникновением. Не было и стало. Так? Тут ничего. Вот когда мы получаем результат, то результат вполне согласуется с тем, что у нас есть в наших головах. А как вы понимали возникновение? Так и понимали, что не было и стало. То есть из ничто – переход в ничто в бытие. А обратный переход тут есть. Бытие переходит в ничто. Было и не стало. Это переход бытия в ничто, и он называется прехождением. Все приходящее. Все приходит. Нет ничего такого, чтобы не находилось в прихождении. Правильно? К чему это относится? Ко всему. Все находится в своем возникновении. Вы же сейчас занимаетесь? Только что мы с вами рассуждали о том, что мы все умираем.
Ну, у вас же вы на первом курсе магистратуры. А какие могут быть сейчас об этом мысли? Сейчас надо думать о светлом, хорошем. Вот, так сказать, не пройдет и 2 лет, и вы уже будете магистром, и можете идти в магистратуру. Я имею в виду магистраты. Откуда это такое название взялось? Это ясно, не в России родилось. Болонская система. Короче говоря, вот мы увидели уже в становлении 2 противоположных момента. Отсюда определение моментов. Понимание момента. Момент – это не кусок, не часть, не элемент, а это неразделимые, противоположные движения в одном движении. Вот что такое моменты. Ну вот, берем кровообращение ваше. Там есть противоположные движения в одном движении, в этом кровообращении? Или куда-то все течет и все? Или прямо противоположные движения идут? Есть кровь, как известно, венозная, есть кровь. В каждой клетке идет ее с одной стороны в кровь, из крови идут питательные вещества для этой клетки, кислород, и в обратную сторону продукты распада. И одного момента без другого не существует. Можно умереть или от того, что лопнет аорта, или от того, что, так сказать, кто-то перережет артерию. Правильно? Почему? Потому что они могут только вместе существовать. Это моменты. Они не существуют отдельно. Не может быть отдельно аорта, так сказать, существовать как живая. Нет, как не живая, пожалуйста. То есть поэтому надо различать живого человека и труп. Труп не человек, это бывший человек. Это другое. Это вот наши друзья в медицинских вузах занимаются очень полезным делом, они режут трупы. Вот вы, если вам предстоит серьезная операция, вы что предпочтете, чтобы вам операцию делал человек, который первый раз делает операцию на вас, вас режет, или который 20 трупов порезал, там все перепутал, наконец нашел, где печенка, где селезенка, и тогда только взялся за вас. Выбирайте. Второе. Конечно. Поэтому не будем относиться к этому, так сказать, презрительно и отрицательно. Это совершенно необходимо, нет, но это связано совсем с другими явлениями. Это неживое, а неживое, так сказать, может рассматриваться как состоящее из частей. А мы уже говорили в прошлый раз, вы не докажете, где кончается ваша рука, потому что вот вы сейчас, вот, так сказать, к голове приставили свою руку, сигнал откуда пошел? Из головы и пошел. Да. Поэтому отделить эту вашу руку, сказать, вот рука, а это уже не рука. Ну, как только вы ее окончательно отделите, на этом жизнь руки и закончится. Если при этом вы не как-нибудь не закроете там аорты и другие, так сказать, и вены, то на этом и жизнь тела оставшегося тоже закончится. Поэтому можно сказать, что диалектика – это наука о живом. О живом не только в смысле того, что это относится к живым там, растениям, животным, но в том смысле, что она относится к движению всякому. Потому что всякое движение есть противоречие. Вот если я иду, есть противоречие? Как его выразить? Сопротивление. Да при чем тут сопротивление? Вот я иду, это что значит? Что я в точке А нахожусь. Если я в точке А нахожусь, и все, то я не иду. Правильно? Я нахожусь в точке А, все. Тем более, что соседних точек нет напрямую, так? Нету? Там между каждой следующей точкой и этой точкой бесконечное множество точек. А если, следовательно, надо другое утверждение. Если я иду, значит, я не нахожусь в этой точке. Ну и как выразить движение? 2 противоположными утверждениями. Формально, логически, если брать их, 2 противоположных утверждения. Что? С одной стороны, предмет находится в этой точке, с другой стороны, не находится. Вот. Это противоречие. А что такое противоречие? Противоречие, когда высказывается, изрекаются прямо противоположные утверждения. Противоречие. То есть на самом деле и то, и другое движение. Вот вы, так сказать, не соглашались, что вы равны самой собой. Если вы занимаетесь в магистратуре Санкт-Петербургского государственного университета, то если вы собираетесь оставаться просто равным самому себе, я советую вам покинуть это помещение тут же. Потому что это какая-то трата времени. А если я, скажем, так сказать, вас убедил в том, что вы не равны самому себе, и вы, так сказать, решили, что вы только не равны, так, тогда положите свои, раз вы не равны самому себе, то вот тот, кто сюда пришел вначале, его уже нет, правильно?
Вот товарищи подтвердят, того уже нет. Так, а вы, молодой человек, мы вас не знаем. Вы те документы отдайте, мы их отнесем куда надо. А вы идите там, выясняйте свою личность. И когда выясните, приходите снова. Но непонятно, с какой стати вы сюда придете, потому что в магистратуру поступал вот тот, а вы другой. Поэтому если мы вот сохраним вот это отделение равенства от неравенства, получается нелепость по отношению к реальным предметам. Это не значит, что я одну сторону не могу изучать бесконечно. Я могу бесконечно изучать ваши положительные качества или то, как вы сидите и как вы равны самому себе. А могу бесконечно изучать, как вы не равны самому себе. Поэтому, скажем, если не, там бы не формальная логика, корабли бы наши не плавали, самолеты бы не летали. Вот. Но это никак не означает, что, сказать, можно ограничиться формальной логикой. Потому что как только мы изучаем противоречия, то формальная логика может применяться только в одном смысле, что мы должны формально, логически развивать одну сторону, другую сторону, а брать вывод, совмещать одно и другое. И брать противоположное. И потому что истина, она есть изображение противоречий, а не изображение одной стороны. А то, что есть изображение одной стороны, это правильность. То есть не отталкивается, не отбрасывается. Ну, правильно, да. Вы в белой футболке, в белой, с черными полосами. Можно сказать, что вы в черной, с белыми широкими полосами. Это противоположное утверждение. И то, и другое правильно, а в целом он, конечно, он полосатый. Так, и вот мы различили в становлении возникновения и прихождения, и стало нам хорошо. А потом стало нам нехорошо, потому что мы с вами брали бытие и ничто, куда они делись-то? Мы же начинали, было бытие, было ничто. У нас движение должно быть таким, чтобы ничего не пропадало. Правда? Оно накапливается как бы. Уходит в глубину, и, так сказать, все это накапливается. А тут мы их не видим. Можете сказать, где здесь бытие, где здесь ничто? Хотя вот мы наблюдаем сейчас на этом этапе рассмотрения становление как единство бытия и ничто. Нет, становление как единство возникновения и прихождения. А где бытие, где ничто? И вот мы начинаем внимательно, формально-логически рассматривать каждую из сторон. Берем одну сначала. Что такое возникновение? Это что? Это ничто, переходящее в бытие. Правильно? Ну, молодежь как сейчас ставит вопрос? Короче. Ну, а короче? Ну, ничто, переходящее в бытие, короче, это что? Ну, то, что за ничто, то, что за запятой отбрасываем, потому что это определение, правильно, к этому. Вот и получаем причастный оборот. Выбрасываем, оставляем только то, к чему он относится. Ничто. Вот оно, ничто. И какой интересный вывод мы получаем, что действительно ничто, которое в жизни, оно никогда не бывает таким абстрактным ничто, которым оно было в начале нашего рассмотрения. Правильно? Всегда ничто переходит в какое-то бытие. Такого ничто, которое никуда не переходит, не бывает. Поэтому они говорят, как можно мыслить ничто? Ну так вот и надо мыслить, как то, что переходит в какое-то бытие. А бытие где здесь? У нас есть прихождение. А что такое прихождение? Это бытие, переходящее в ничто. Правильно? А бытие, переходящее в ничто, короче, это что? Бытие. Ну вот, значит, получается, что и бытие мы нашли тут, и ничто нашли. Только бытие представлено уже прихождением, а ничто представлено возникновением. И значит, у нас есть бытие и ничто. Так? Становлении. Но поскольку они друг в друга переходят, они только такие здесь, неспокойные, а переходящие друг в друга, то разность бытия и ничто в становлении исчезает. Правильно? Когда говорят о разности здесь, не надо понимать разность в математическом смысле, что от 5 отнять 3. Разность в том смысле, что они разные. Если они друг в друга переходят, они уже не разные. Разность их исчезает. То обстоятельство, что они разные, исчезает. А становление есть только благодаря разности бытия и ничто. Если бы они не были разными, то мы бы не могли никакие эти переходы рассматривать, никаких переходов бы и не было. Вывод формально-логический.
поскольку бытие и ничто переходят друг в друга, их разность исчезает, а становление есть благодаря их разности. Значит, становление тоже исчезает. Вот и все, добытое нашим непосильным трудом, исчезло. Ну, не совсем исчезло, потому что вот прошлую лекцию мы записывали, но вот Владимир Дмитриевич мановением руки первую лекцию с этого из записи убрал, стер случайно, а вторая лекция осталась, она под номер один есть на, по этому адресу на YouTube, на канале Фонд Рабочей Академии. Можете ее посмотреть. Мы там же поместим и вот сегодняшние две лекции, которые у нас будут. Перерыв мы сделаем 15-10. Вот я вот тоже сделал тот перерыв с грустью такой, что вот было так все хорошо, и все исчезло. Хорошее-то. Так часто бывает в жизни. Все. Остался разбитое корыто. Но надо разобраться, что произошло. Значит, что значит исчезло становление? Оно действительно исчезло. А что значит исчезло? Исчезло, значит, оно отрицало себя, правильно? А что является отрицанием становления? Давайте разберемся. Становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Один, одно, другое переходит. А что является отрицанием беспокойства? Отрицанием беспокойства что является? Вот такие вам простые вопросы задаю. Но вы так уже с подвох и чувствуете. Да? Отрицанием беспокойства является спокойствие. Не расстраивайтесь. Все хорошо. То есть что-то есть теперь спокойное. Было беспокойное единство бытия и ничто. Сейчас есть что-то спокойное. А без отрицания единства что является? Это непростой вопрос. Потому что когда говорят о единстве, ну вид такой, что это вот что-то одно. Вот если взяли одно бревно, то вот оно едино с собой. Но это глупость рассуждать, что оно едино с собой. Мы вот говорим, что мы с вами едины в стремлении к изучению философии. Да? Это значит, если мы, это значит нас много. То есть можно говорить о единстве людей, о единстве взглядов, точек зрения. То есть когда говорят о единстве, это не одно, а единство того, что не одно. Единство у нас может быть только тогда, когда нас несколько, по крайней мере два. Поэтому отрицанием единства является простота. То есть простое, не состоящее из двух, трех и так далее, а простое. Вот отсюда вывод. Результатом отрицания становления является простота. Что-то простое, спокойное и простое. Что значит является? Значит, есть такое спокойное и простое. Отрицание становления. Так оно у нас и то, и другого. Единство. Так оно исчезло, это единство, отрицает себя. Вот отрицание единства – простота. Значит, что получилось в результате отрицания становления? Спокойная простота. Сразу мы бесплатно, как вот бывает по ходу дела, получили еще одну категорию – снятие. Отрицание содержанием, потому что содержание это никуда не пропало. Если мы получили что-то, то оно родилось в результате вот отрицания того, что до этого было. А мы уже с вами говорили, что если что-то отрицается, то оно этим самым сохраняется. В отрицании. В отрицательном виде. Вот я наблюдал сегодня уже второй раз, как вы тут так питаетесь. Вы отрицали то, что вы съели. Да? Но оно удержалось же у вас. Поэтому это снятие. Не то, что оно пропало. Оно будет переходить в более высокие формы белка. Это что-то прогрессивное такое. А вы вот отстаете на линии прогресса. Так. То есть вот снятие, такая философская категория, очень широко распространенная, которая означает буквально отрицание с удержанием. А никакого другого отрицания в жизни не бывает. Я уже вам демонстрировал, что даже для того, чтобы оттолкнуться, нужно к вам присоединиться. Чтобы борцы вступили в борьбу, они должны схватить друг друга. Гегель так пишет. Для того, чтобы выкинуть нарушителя спокойствия из храма, его приходится обнимать. Ничего другого тут никак не получишь. Так,
Можно поэтому сделать так, что вот то, что получилось, является результатом снятия остановления. А, значит, есть у нас результат снятия остановления. Раз он есть, то это что? Если есть некоторый результат, то это что? Вот скажите, пожалуйста, вот ваше познание. А? Вот учитесь. Вот, учитесь. Бытие. Вот человек, если знает одну категорию философии, это все он уже. Он как увидит, что нибудь есть. Когда они спросят, что вы про это знаете, говорит, а я знаю, что оно есть. А еще что вы знаете? Мы договаривались, один вопрос. И все. Если человек вот строго держится это, он не пропадет в вузе. Какая-то польза должна быть от философии, правда? Не только какая-то такая вселенская, но и чисто житейская. То есть, это бытие, но не чистое же, согласитесь. Вот вы согласитесь, что это не чистое бытие? Чистое было в начале, а это вот видите, сколько уже манипуляций прошло. Как мы его назовем? Ну, вот тут не придумаешь. Поэтому открываешь науку логики и смотришь, как называется. Название не выводится. Название складывается в ходе развития науки, истории философии. Если каких-то названий не хватает, тот человек, который создает уже окончательно философскую систему, он дает свои названия. А есть такие философы, которые, давайте, дают определения, для которых нет никаких оснований, и думают, что в этом какая-то наука. В этом никакой науки нет. Я могу за час дать 100 определений. И что? Ничего. А вот вы получили, а потом дайте этому название. Какое название? Ну, чтобы оно согласовывалось вообще с языком, прежде всего, с человеческим. Поскольку, скажем, мы в математике можем там, скажем, сказать, это вот группа, это вот пучок. Но тут это не математика. Здесь оно должно согласовываться с языком, поскольку язык уже работу первую, абстрагирование, проделал. Потому что в языке сохраняются только такие слова, которые отражают бесконечно много объектов, потенциально, правильно? Что такое дерево? Все деревья всего мира, во всех странах и всегда подпадают под одно понятие дерева. Что такое стол? И это стол, и стол, на который ноги кладут, и на котором рыбу разделывают, и все столы во всех странах, и во всех государствах, и у всех все это столы, 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 и так далее. То есть это колоссальное обобщение. А то, что не является никаким обобщением, например, имя собственное, оно никак не переводится. Ну вот вас так зовут, меня так, а можно было наоборот назвать. То есть имя собственное здесь никакого смысла нет. Это знак. Знак можно прицепить к чему угодно, любой. Поэтому, наверное, у нас, вот если вы откроете страховое свидетельство пенсионное, там написано, что подлежит замене в случае изменения даты, места, фамилия, имя, отчество, даты, места рождения и пола застрахованного лица. Там товарищи все предусмотрели и следят за этим очень бдительно. Мы, потому что вас знаем, 55 лет, мужики сменят пол, наверное, и как женщины выйдут на пенсию на 5 лет раньше. Поэтому наша пенсионная система стоит на страже, ее не проведешь. Так. Так вот, название, как Гегель дал, наличное бытие. А почему наличное бытие? Потому что вот мы имели дело с остановлением, а посмотрите, налицо только бытие. Вот вы это бытие сразу назвали, а где вторая сторона? Ее не видно. Было это остановление в нем, бытие, ничто, они друг друга переходили, все кипело. А сейчас что? Бытие только. А если нет ее налицо, этого бытия, то оно, это вот другая сторона, то есть ничто. Она же есть в содержании этой категории, значит, в нем, в бытии. Вот такая картина. Есть бытие налицо, оно наличным бытием называется, наличное бытие, а в нем становление. Простите, а в нем становление, раз оно результат снятия становления, а в становлении есть ничто. Значит, и в наличном бытии есть ничто. Вы видели когда-нибудь такую картину? Наличное бытие, а в нем ничто. Не видели. Художник ее не рисует. На занятия по философии вы редко к кому попадете, таким, который это рассказывает. То есть наличное бытие, а в нем ничто. Вот обратите внимание на это ничто. Оно в наличном бытии. Хочу обратить ваше внимание, что это два разных рассмотрения. Наличное бытие я разглядываю, а в нем ничто, и вижу в нем ничто. Или вижу ничто, которое в наличном бытии. Вот я на вас смотрю, а в руках у вас ручка. А теперь я смотрю на ручку, и вижу, что она у вас в руках.
Что у меня непосредственным предметом сейчас? Ручка. А сначала вы. А ручка – отрицание ваше. А если я на ручку смотрю, то она бытие, а вы отрицание ручки. Вы же не ручка. Не будете спорить, нет? Ну все. Консенсус. Так вот, вот это ничто в наличном бытии, которое так формулируется, ничто, которое в наличном бытии, или небытие, принятое называется небытием. Ничто в наличном бытии. Раз оно связано неразрывно с этим бытием, оно уже не просто его момент, оно прямо в него включено. Это небытие. Люди, так сказать, далекие от философии, они это не различают. Что ничто, что небытие. А ничто – это как бы свободное ничто. А небытие только в бытии. Вот внутренние органы, они в человеке. Это его небытие. Вы же не будете говорить, доказывать, что вы желудок? Не будете. Значит, желудок – это ваше отрицание, но у вас самих. Вас. Не во мне. Если это я ваше отрицание, то это то, что я-то точно не вы. Поэтому я ваше отрицание. И могу я поставить вопрос по-другому. Вы мое отрицание. Если я бытие, то вы мое отрицание. То по отношению к внутренним органам вы так не можете сказать, что это... Если желудок – это не я, это мало. Это мой желудок. То есть он ваше отрицание в вас. А не внешним образом. И, скажем, как бы можно было математически описать внутренние органы. Если вот вы берете эпсилон окрестность какой-то точки, и в нее воздух не попадает наружный, значит, это внутренний орган. А если вот вы на коже поставите точку, то какой бы малый радиус вы ни брали, какой бы эпсилон вы ни брали, всегда он захватывает, кроме частиц тела, он обязательно захватывает та часть, которая к телу вашему не принадлежит. Правильно? И очень точно можно различить, где орган внутренний, а где нет. Ну, так же, как и когда мы очертим границы множества. Вот на границах множества. Если вы берете точку и возьмете кружочек, он, так сказать, содержит в себе точки других множеств. Или не. А если вы берете внутреннюю точку, то всегда найдется хоть достаточно малая окрестность, когда все точки принадлежат только этому множеству. Ну, это вполне применимо и, вот, к тому, чтобы решить, внутренний это орган или нет. Так. Вот теперь я смотрю на это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. И вот небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. И мы с вами пример приводили. Вот, вроде того, как вы сахар положите в чай, это же не чай, и размешаете, чтобы он был в нем. Не кучкой лежал там на дне, а в нем. Чай, то вот это будет сахар в чае, а сахар – это не чай, это отрицание чая. И вот это отрицание чая дает ему определенность. Если это сахар в качестве отрицания, это сладкий чай. Если лимон там еще, бросили бы кусочек, то это лимон. Отрицание же чая, это же не чай, а лимон. Лимон – это дерево, а чай – это кусты. Значит, ясное дело, что это не чай. Так вот, эта чай с лимоном – это и тоже определенность. То есть определенность – это просто отрицание. И вот мы заинтересовались, может, и вы заинтересовались понятием определенности. А раз вы заинтересовались, то вы сделали предметом своего рассмотрения. И тогда я спрашиваю, что тогда получилось с определенностью? Вот я к вам обращаю внимание, поскольку вы правильно всегда на вопросы отвечаете. Что стало, что теперь собой представляет определенность? Бытие, она уже не отрицание. Мы на нее смотрим, она из ничто превратилась в бытие. Вот эти превращения логические, связанные с тем, что мы не можем одновременно рассматривать или так. Мы должны или так рассматривать, или так. Вот если мы рассматриваем ее как ничто, но мы сделали предметом рассмотрения, то есть изолировали от наличного бытия. Вот так у Гегеля написано в «Науке и логике». Определенность, взятая изолированно сама по себе, есть качество. То есть определенность, если вы берете как бытие, изолирован. Дайте эту ручку. Вот я сейчас от вас ее изолирую, она ваше качество. Правда, если я уже ее от вас взял, то если я изолировал ее не умственным взором, а фактически она уже не ваше качество, потому что ручка теперь уже моя. Видите, как я ее положил и все. Во всяком случае, я ее в моей руке держу.
А вот пока она у вас, и я все равно ее рассматриваю, ее рассматриваю, она бытие, а вы отрицание. Вот она, предмет моего рассмотрения, а вы не предмет. Хотя вы, конечно, неизмеримо выше, чем эта ручка. Это нет вопросов. Так. Так вот это качество. Слышали? Качественный анализ мы использовали, там пишут диссертации на эту тему. Причем это такая элементарная вещь в самом начале науки Луи. И вот на это дело размалевывать мы использовали качественный анализ. То есть вы брали что-то изолированно само по себе в отрыве от того, что вы изучаете. Чего хорошего-то? Не надо так раскрашивать, тут особенно раскрашивать нечего. Про это качество, поскольку это все-таки вы взяли его изолированно, на самом деле оно же не изолированная определенность, правда? Это же ваша ручка. Поэтому на самом деле это неправильное рассмотрение того, что есть, потому что эта ручка на самом деле ваша, а я ее беру как изолированную, саму по себе. Тогда она качество. Допустим, вот вы пришли, я говорю, так, ваш рост. Вы меня не интересуете? Ваш рост, ваш вес. Как вот когда осмотр идет, там раз, приставили сюда и сказали 183 или 179, и будьте здоровы, и фамилию записали. И от всего, что требуется, про вас узнать, какой у вас рост. То есть это и есть изолирование как раз какой-то вашей определенности и превращение ее в качество. Вот одно из ваших качеств – это рост. Можно говорить, что человек умный, а можно ум взять отдельно. То есть вы меня не интересуете, а вас ум меня интересует. Можно же говорить об уме, когда говорят отдельно о нем, как будто ум может быть отдельно от человека. Ну, раз вы умный, вот, а завтрак ваш я съем. Потому что я его беру, ваш ум, изолированно, в том числе и от завтрака, и от вас. А потом, говорит, человек-то был умный, я все за умом следил, а человека не стало. А в чем дело? Ну, не завтракал, потом не обедал, потом не ужинал. Прошло какое-то время. А для чего вам дали стипендию 1450 рублей, как вы думаете? Я думаю, чтобы этот процесс шел. Ну, для чего еще такую стипендию могут дать? Кто там придумал такие? Интересные там ребята сидят. Они-то знают, что все находится в процессе прихождения. И такая экономия будет. Чем озабочено сейчас наше министерство? Чтобы меньше было вузов, меньше студентов, меньше учились, меньше лет обучения и так далее. Правильно? Как зовут наше министерство, знаете? Не полное. Не, неправильно, не полное название. Полностью давайте. Что за безобразие? Магистр не знает, как называется наше министерство. Министерство образования и науки. А сокращенно Минобразин. Вот. Вот товарищи из Минобразин. И вот они об этом сейчас заботятся. Денно и ночно. О закрытии всяких вузов. Сокращение числа преподавателей, студентов и так далее. Дескать, слишком их много. Много умных человек, образованных, это может повредить. Правда? Слишком много будет вопросов. Так. Качество. Так вот, у Гегеля замечательное есть высказывание по поводу качества науки логики. Качество еще не отделилось от наличного бытия. Ну и вы сразу представляете, что оно, значит, начнет отделяться, да? Правда, оно уже никогда и не будет от него отделяться. Ну вот ваше качество, рост. Оно еще не отделилось от вас. Но оно никогда и не будет от вас отделяться. То есть я его, как я его еще выделить-то могу? Только умственным взором. На самом деле вырвать ваш рост или ваш вес отдельно от вас и рассматривать, как некоторые понимают, или некоторые понимают, скажем, ум или сознание, не как свойство высокоорганизованной материи, а как дополнительное некое. И были даже такие философы, как Бюхнер, Фокт и Малишот, которые рассматривали картину такую, что вот мозг вырабатывает мысль, как печень вырабатывает желчь. Что это, дескать, нечто материальное. А на самом деле это просто свойство высокоорганизованной материи отражать природу, действительность и себя в том числе. Так, качество. Что вы про него знаете? Я обращаюсь все к вам. Вы у меня ассистент. Качество. Что вы про него знаете? Вот, оно бытие. А какое оно теперь? Наличное. О, наличное. А в наличном бытии есть становление. Правильно? Значит, раз мы увидели становление, то на фоне этого становления качество, взятое просто как односторонне положительное, это неполная картина дает. Это одностороннее
взятие, правильно? Или, как у Гегеля написано, что вот становление, которое есть в наличном бытии, является масштабом для понимания односторонности качества, взятого лишь как только бытие. Качество надо взять, следовательно, и как бытие, и как ничто. И вот качество, взятое как бытие, знаете, как называется? Вот мы подходим к тому, чем мы закончили. Реальностью. А качество, взятое как ничто? Отрицанием. Отрицание. Качество, взятое как ничто, отрицание. Вот я могу сказать, умный человек, могу сказать, не глупый. Высокий, могу сказать, не низкий. Вот у вас что там? Вот видите, там у вас в тетрадочке записано. Могу сказать про то, про текст ваш, что он, про лист, что он не белый. То есть можно всегда одну и ту же мысль изобразить как некое положительное, это будет качество, это будет реальность, и как отрицательное. А следовательно, вот надо еще выяснить теперь, как соотносятся все категории, которые у нас уже получились. У нас уже на нашем, так сказать, столе предметном, который мы сейчас разглядываем, очень много стало предметов, у меня начинает болеть голова. Товарищ вот в прошлый раз тут заявил, что у него уже лопается голова, и ушел, и сегодня уже не пришел. И я его понимаю. Смотрите, на столе у нас наличное бытие, качество уже нету, уже есть реальность и отрицание. В качестве в двух видах, в реальности отрицание. Три. Но три – это много. У вас, я не уверен, у меня, например, нет трех извилин. Ну, одна точно есть, а трех я сомневаюсь. Поэтому как это можно осознать? И вот тут Гегель начинает нам помогать. Он говорит, ну давайте разберем, вот реальность. Реальность есть? Есть реальность? Есть, значит, она как бытие какое? Наличное. Видите, мы брали реальность, она получилась наличным бытием. Уже снято различие между реальностью и наличным бытием. Нету двух, это одно. Так, они неотделимы. Вот. Значит, это наличие. А в бытии есть становление? Значит, в нем есть и отрицание. Значит, то, что есть ничто. Значит, в реальности есть отрицание. Все. Теперь берем отрицание. Что вы знаете про отрицание? Бытие. Что оно есть? Ну, раз оно есть, оно наличное бытие. А в наличном бытии там есть еще и бытие. Поэтому и реальность есть в отрицании. Значит, если одно есть в другом, они совпадают. Значит, как на... они-то совпадают, но в математике мы просто сказали бы, что они равны. А в философии, имею в виду, что никогда тут равенства нет полного, и неравенства нет полного. Полного. А всегда есть что? Что вот они, различия, их снято. Снято различие реальности, отрицания и определенности и наличного бытия. Все вот эти различия, какие были, сняты. И есть что? Что-то одно. Что? Бытие. Какое? Это бытие, это уже с определенностью. Мы же определенность брали. Определенное наличное бытие. Вот такая длинная получилась формула. Определенное наличное бытие. Люди более молодые, чем здесь присутствуют, сказали, а нельзя короче? Можно. Определенное наличное бытие, можно сказать, налично сущее. Уже два слова вместо трех. Чувствуете достижение? Налично сущее. А сущее, чем хорошее слово? Что сущее, это можно сказать, что сущее есть, вот это сущее. Да? А можно сказать, что оно какое? Сущее. То есть оно отвечает на два вопроса сразу. И что? И какое? Вот она, определенность-то. И как реальность, и как отрицание. В одном слое выражен. Сущее. Как реальность, и как отрицание. Все равно два, вот я не знаю, как вас, вот меня это вот тревожит, что нам нужно такие две мысли запомнить, это тяжело. А я должен думать, как преподаватель, о судьбе студентов. А она и так у них тяжелая, чтобы тут две было. Ну, с трех до двух нельзя до одного дойти. Можно. Синоним этого самого наличного сущего является нечто. Не, видите, тут впереди стоит, нахально так впереди стоит. А хотя впереди стоит не, это положительное высказывание про нечто или отрицательное? Положительное. Положительное, но это нечто. Что значит нечто? Видите, тут не впереди, это какая-то гадость. Нет, это вот считается чем-то хорошим, если не. То есть тут-то и видно, что рассматривается как положительное, а вот не, это и его определенность в нем.
они слиты. То есть это идеальное выражение вот этого самого определенного наличного бытия. Идеальное не из трех слов и не из двух, а из одного. Нечто. Что нам дальше делать? Мы дошли до нечто, с чем я вас и поздравляю. У нас было чистое бытие, потом наличное бытие, а теперь у нас нечто. Что надо дальше делать? То есть вы понимаете, что мы где-то сейчас остановимся с вами, а дальнейшее движение, если вы захотите его продолжить, вы откроете науку логики, будете смотреть, а дальше куда-то переходит, дальше, и так до конца третьего тома, до абсолютной идеи, которая есть единство идеи блага, добра и действий теоретической, идеи познания мира и преобразования его. Но это три тома науки логики. Но уже вам понятно, каков ход движения. Вот мы рассматриваем это нечто, будем рассматривать его. Вот этим нечто мы и закончим. Рассмотрим его, и если мы его рассматриваем, то что вы про него можете сказать? У меня есть ассистент, она знает. Вот, а раз оно есть, то оно бытие. Какое? Наличное. Определенное наличие, значит наличное. А бытие какое? Наличное. А раз наличное, в нем есть и становление. Значит, наше это нечто должно быть взято не просто как вот одно, а надо взять его и тоже как становление. А пока оно еще не взято, это еще не положено, то есть не выведено. Пока мы должны просто констатировать сам факт, что есть нечто как нечто и нечто как иное. Но они еще пока не получилось у нас логически их связать. Не выведено то, что они представлены как становление в единстве. А пока вот просто сам факт. И безразлично, что считать нечто, что за иное. Если вот меня считать нечто, то вы иное. А если вас считать нечто, то я иное. Что тут непонятно? И вот мы будем так это, сколько угодно мячик перекидывать. И что получается? Куда дальше дорога логическая? То есть вот тут не сразу понятно, куда идти. Но нечто мы уже разглядывали уже все с ним. Что там долго разглядывать, оно уже рассмотрено. Давайте рассмотрим иное теперь. Только иное не по отношению к нечто. По отношению к нечто мы тоже его рассматривали. По отношению к нечто оно тогда нечто, а нечто это иное. А давайте рассмотрим иное само по себе. Вы не против? Мы же нечто рассматривали само по себе. Ну, не хорошо же нечто рассматривать само по себе, а иное не рассматривать. Как-то это нелогично. Давайте рассмотрим иное само по себе. А иное рассматриваем само по себе, это что? Нет, это иное само. Это понятно, но это уже мало. Это иное самого себя. Я правильно сказал? Иное рассматриваем по отношению... Вот если я по отношению к вам рассматриваюсь, то я иное вас. А вот если вы рассматриваете себя по отношению, как иное по отношению к самому себе, а мы к вам, я к вам с этим уже обращался, а вы там так затруднялись, то вы иное самого себя. И можно записать следующее утверждение логическое. Иное иного есть иное, сакраментальное. Вы такое когда-нибудь читали? Обдумывали? Очень интересное утверждение. Иное иного есть иного. Иное. Ну, кто-нибудь с этим будет спорить? Утверждение. Не будете спорить. И вот давайте внимательно это утверждение посмотрим и увидим, если мы внимательно, умственным взором, обычно люди проскакивают дальше, а вот в диалектике, то есть в диалектической логике, надо остановиться и вдуматься в том, что получилось-то. Во-первых, иное иного... Есть иное, означает, что как было иное, так осталось иное. Посмотрите на начало фразы и на конец. В начале иное, в конце иное. И вот вы на этом настаивали. Я думал, вы сейчас скажете, встанете и скажете, я же говорил, что иное и остается иным. Да? И тут я выступаю и говорю, так иное, иное, есть иное. Что, непонятно вам, что иное оно уже? А это видите, что и другое, не такое. То есть в этом утверждении содержится тождество иного с собой и не тождество иного с собой, правильно? Оно, а раз так, это относится по отношению к иному, а иное это ведь нечто, поэтому и про нечто мы можем сказать. Нечто есть, имеет в себе два момента. Момент равенства с собой и момент неравенства с собой.
И даже больше мы можем сказать. Всякое нечто, а мы именно всякое и берем. Мы же нечто берем не какое-то конкретное, правильно? А то, что мы говорим, вот все, что мы сказали в этом курсе, оно относится к чему? Скажут, а приведите пример. А все пример. Все пример того, что я говорю. Все. Потому что все есть чистое бытие. Пока еще никто не приступил, только увидел на вас, посмотрел только в самом начале. Все есть становление. Все есть наличное бытие. Все есть нечто. И все есть, если это все есть нечто, все есть единство, равенство с собой и неравенство с собой. Согласны? Все есть единство, равенство с собой и неравенство. Если бы оно было только равенство с собой, оно бы не изменялось никогда, не двигалось, правильно? Это все неподвижно, точно. А если бы оно было только неравно самому себе, то и вообще бы его не было. Нет того бытия, потому что только неравенство с собой. Поэтому вот это два момента, тоже неразделимые, два момента нечто. Остается их назвать. Вот с этим проблема. Тут уже не придумаешь так просто. Поэтому тут надо, как говорится, обратиться к первоисточнику, к науке логики Гегеля. И там вот название такое. Момент равенства с собой. Вот вы равны самому себе? Вот часто вы можете сказать, согласиться? Можете сказать? Да. Можете сказать? Как нет? Что вы не равны самому себе? Выйдите отсюда тогда. Тот человек хороший приходил, а вы вообще не тот. Так вы равны самому себе или нет? Я могу продолжать с вами разговаривать, что вы все-таки наш? И на второй вопрос вы тоже должны сказать «да». И вы равны самому себе? Вы говорите «да». Вы не равны самому себе? Но можете на два вопроса оба дать ответа «нет». То тоже будет. Тому же самому сведется, правильно? Если вы на вопрос не равны самому себе, то расскажете нет, то значит равны самому себе. Да никуда вам не деться, тут никуда не убежишь. Так, так вот, вот этот момент неравенства с собой называется бытие для иного. Пишется так, бытие, черточка, для, черточка, иного. Почему черточка? Потому что как бы это одним словом, что это один момент, а не три. Бытие для иного. Вот, скажем, у нас есть люди в России, которые думают, как все на Западе хорошо, как в других странах хорошо, какая у нас такая плохая страна, все у нас плохо, и вечно в России так, а вот в цивилизованных странах не так. И вот, ну, взяли бы да уехали, сейчас нет проблем, забирайте чемоданы и вперед. Нет, рвутся сюда, некоторые рвутся. Гусинский, например, письма Путину писал, говорит, я согласен, я виноват, я не то делал, я все признаю, только пустите меня обратно в Россию, потому что деньги здесь делать очень быстро. У нас миллиардеры вырастают за несколько лет, а в Америке это надо 100 лет, чтобы он вырос миллиардером. Так что рвутся сюда. И вот они тут будут жить всегда, они будут наши, свои, и всегда будут говорить, ну они бытие для иного. То есть они вот это все не то, это все, то они все это отрицают. Свою страну отрицают. Бытие для иного. Это один момент. То есть название хорошее, но он не будет иным, он будет все время здесь жить. А бытие для иного собой предлагает. Это наши люди. Это наши люди, такие люди есть. Здесь живут, они трудятся, пользу приносят России. Поэтому не надо рассматривать их как что-то чуждые. Они не чуждые. Такой момент. Или у каждого человека есть забросить, да уехать. Тоже в какой-то и моменты бывает. Так просто ведь не уезжают. Берем другой момент, равенство с собой. Как его назвать? Он записывается очень так, тоже странноватым образом. В черточка, себе черточка, бытие. В себе бытие. Вот я обдумывал это, долго думал, что это за такое название, такое странное. Так, вы в конце концов будете отвечать на мои вопросы? Видели сейчас, что произошло? Я вышел из себя. А в себе бытие, когда я остаюсь равным самому себе. Вот мы что написываем. Я так вот на вас ведь не кричал, все нормально было, а тут вышел из себя. Или приходишь к вам, вот я к вам обращаюсь, а вы говорите, сейчас я приду в себя, Михаил Васильевич, и отвечу потом на ваши вопросы. А где вы были до этого? Что значит приду в себе? А или вдруг сейчас человек вот слушал, потом говорит, мне не по себе от ваших лекций. Что значит?
не по себе. Это он не равен самому себе, он обычно не такой, уже его куда-то повело. Так? То есть вот это слово в себе бытие, на самом деле, вот такая формула в себе бытие, она соответствует тому, что имеется в языке, в русском. Очень точно соответствует. В себе бытие – это равенство с собой. Вот равенство с собой – это в себе бытие. А если вам не по себе, или вы еще не пришли в себя, или вышли из себя, то вы стали неравным самому себе. И только тогда вы равны самому себе, когда вы в себе бытие. Вы сейчас в себе? Ну, продолжаем. Скорую не надо вызывать. Все нормально. Так. Вот два момента нечто. Так вот, нечто, взятое как единство в себе бытия и бытия для иного, называется изменяющимся нечтом. Нечто, взятое как единство в себе бытия и бытия для иного, есть изменяющееся нечто. Изменяющееся нечто. И вот если я теперь вас спрошу, а вы как понимали изменяющееся нечто? Как понимали? Наверное, так и понимали. А как еще его иначе понимать? Изменяющееся? Вы изменяющиеся? Да. Ну, раз вы изменяющиеся, то вы и равенство с собой, и не равенство с собой одновременно. С чем я вас и поздравляю. И перестаньте со мной воевать. По-моему, я предлагаю тут заключить на этом мир. Я не воюю. Ну, как не воюете? Как мы с вами воюем? Все, вы не соглашайтесь, что вы – это вы. Скрывайте свое тождество с собой. Так, ну вот, на этом мы вот такую практику выведения категории остановим. Не потому, что на этом заканчивается это выведение, а это выведение дальше продолжается. И дальше идут такие категории, как определенность, да, как определение, свойство, конечное, граница, предел. Вот про предел вам надо рассказать, потому что такое понятие есть в математике, а в диалектике совсем другое понятие предела. И вы, наверное, слышали, уголовники и журналисты говорят «беспредел». Когда что-то вот чрезмерно происходит, они говорят, ну это беспредел, какие-то нарушения. Так вот, что такое предел? Ну, в математике мы знаем, что такое предел, да, последовательность. Число А называется пределом и так далее, да? А вот что такое предел? Предел в диалектике – это граница. Вот есть два нечто. Какие-то два нечто. А границей называется одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот давайте так играть. Вы одно нечто, вы же слушатели сейчас. А я другая определенность, а я другое нечто, я преподаватель. А что нас соединяет и разделяет? Занятие нас соединяет, потому что вы же пришли на занятие, наше общее дело. Вот вы не пришли, я бы не стал так вот вещать. Нет, ну в принципе я мог бы записывать, конечно. А что нас разделяет? Занятия разделяет, потому что я преподаватель, а вы тут слушатели, правильно? Поэтому вот это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет, есть граница. И вот представьте себе, вот видите, вот здесь ключик я положу, вот здесь, и вот летит самолет, не останавливаясь. Не останавливается. А это вот граница двух государств. Граница двух государств, она же соединяет, правда? И разделяет, правда? Как раз полностью подходит под это. И то, и то. И то, и то. И вот самолет пролетает. Да, пока он еще не подлетел к этой линии, она для него не предел, правда? Ну, можно еще лететь. Вспомните там вот. Про такую задачу, которая состоит, как Ахиллес догонит черепаху. Да? Здесь получается, что
мы каждый раз можем делить пополам и каждый раз обнаруживать, что вот он приближается, приближается, а никак не доходит. А если самолет перелетел, это тоже ведь не предел для него, правда? Спрашиваю вопрос, когда вот эта линия для него предел? Для самолета. Некоторые думают, что вот он зависнет, самолет. Бывает такое, чтобы зависали? По крайней мере, ну, может, некоторые военные могут тут с вертикального взлета. Но чтобы гражданские зависали, если они вот туда, конечно, могут резко опуститься. То есть не проходит это. Так вот, определение. Ну, вот наш привыкший к формальной логике ум трудно воспринимает понятие предела в диалектике. Предел – это граница, которую переступают. Предел – это граница, которую переступают. Если вы ее не переступаете, она для вас не предел, правильно? Почему? Ну, потому что еще можно к ней двигаться. Если вы уже ее перешли, она тоже для вас не предел, потому что она сзади осталась. Поэтому вот формально, логически, вы берете один вариант, второй вариант и третий вариант. То есть, если я еще до нее не дошел, этот мы отбрасываем вариант, потому что тогда еще можно двигаться. Если я ее уже перешел, эту границу, тоже отбрасываем, потому что она уже сзади. И остается третий вариант. Он предел, это граница, через которую переступают. И вот тогда она является пределом. И это очень хорошее определение. Вот если вы, мы с вами немножко дискутировали на тему, равны самому себе вы или нет. Вот когда вы занимаетесь, вы так должны что делать? Вот если вы не выходите за свой предел, вы кто тогда? Человек, который не выходит за свой предел, это кто? Человек. Это ограниченный человек. Ну да. Ограниченный человек. Он не выходит за свой предел. А творческий человек или просто студент? Что делает студент? Он постоянно выходит за свой предел. Он все время не равен. Если он остается равным только тому, что он вот у него в голове было до этого, то вообще весь смысл обучения теряется. Зачем я сюда пришел? Зачем вы сюда пришли? Зачем мы изображаем что-то такое, какое-то действие, если вы остаетесь таким, каким вы пришли? Каким ты был, таким остался. То есть весь смысл движения, развитие, обучение в том, что постоянно выходить за свой предел. Или, скажем, от нас, профессоров, что требуется, ну и других преподавателей в ВУЗе, от нас требуется, чтобы мы что-то новое открывали. Если профессор ничего нового не создал, его, так сказать, через некоторое время уволят. Почему? А что значит создать новое? Выйти за свой предел. Откуда я знаю, как создавать новое? Откуда знаете, как новое создать? Это в образовании там, вы еще этого не знаете, а я знаю, куда вы придете. А если вы начнете научную деятельность, вы не знаете, куда вы придете и как не знаете. Можно научить вообще научному труду. Можно советовать, рекомендовать, рассказывать, но научить невозможно. Или берем, скажем, рекордсменов мира. Вот, скажем, Елену Есенбаеву берем, которая с прыжком прыгала и 28 раз перекрыла свой собственный рекорд. Рекорд мира, потому что больше никто не прыгал. Только она больше не прыгала. Это был рекорд мировой. Все. В следующий раз прыгает еще выше, еще выше. И это что? Выход за свой предел. А предел-то вы за него вышли, образовался новый предел. Вы за этот предел вышли. И опять образовался предел. Что можно посоветовать гражданам, трудящимся, студентам, чтобы они постоянно выходили за свой предел. И каждый, кто вот на матмехе занимался, здесь это особенно чувствуется, что вы ничего не понимаешь, а тебе еще дают, и дают, и дают, и дают, и дают, и дают, и дают. Думаешь, что вы делаете-то? Мне потом пришлось вот преподавать историю математики, или математику для тех, кто все забыл. Я очень хорошо преподавал, потому что я сам почти все забыл. Ну, за 20 лет можно забыть, правильно? Ну, кое-что я, конечно, помню, но я очень хорошо преподавал, потому что я людям, которые вообще это все забыли, потому что они просто были, где-то слушали курсы математики, ну, в других там, по другим специальностям, а я все-таки на матмехе учился и закончил его с красным дипломом. Так понятно, что я им понятно преподавал.
Так вот, я хочу сказать, что вот это наглядно показывает, как люди снова выходят за свой предел постоянно. То есть то, что для них было пределом, уже теперь не предел. Они выходят, двигаются, развиваются. Это очень интересная категория. И надо сказать, что из этого уже видно, что наши обычные или обыденные представления, или еще и по-другому их называют, здравый смысл. Энгельс дразнился по поводу здравого смысла и говорил, что вот здравый смысл хорош в четырех стенах своей комнаты. А как только вы выходите на широкие просторы исследования, это уже со здравым смыслом далеко вы не уйдете. Точно, ну, например, здравый человек выйдет из дома и видит, вот солнце на востоке зашло, на западе село. Значит, ну, здравый человек видит, что солнце ходит вокруг Земли. Здравый, со здравым смыслом. Руководствуясь здравым смыслом, всем ясно. Поэтому взяли и этого Джордана Брунта и сожгли. Потому что что-то ему взбрело, что, видите ли, Земля ходит вокруг Солнца. Поэтому вот и тема интересна, это изучение науки логики, что здесь вы можете увидеть совсем в другом свете то, что до этого повторялось. Здесь новых слов почти не появляется. Вот, скажем, это беспредел – это просто какая-то глупость, потому что предел он и предполагает такая граница, за которую переходит. Более того, вообще закон предполагает, что его нарушают. Вот если закон никто никогда не нарушает, уберите его из системы права. Правильно? Какой смысл? Давайте вот я издам закон, что всем завтракать. Кто не завтракает, расстрел. Закон, нужен закон? Ну, если кто и нарушит, то ничего страшного. То есть закон, он должен продвигать как бы общество вперед в том направлении, которое, так сказать, законодатель считает необходимым. Правильно? Общество считает необходимым. Или государство в лице там правящего класса. А если он ни к чему не толкает, то есть никто не нарушает, он уже не нужен. Это превратилось в привычку. Вот когда все то, что сейчас законами определяется, превратится в привычку, законы будут не нужны. Но сейчас без законов это невозможно. Зарежут, убьют, отберут. Ну вот мы с вами некий такой экскурс большой сделали, чтобы посмотреть, как происходит это выведение, потому что на начальной стадии изучения это сложно, непривычно, трудно. Хотя это как раз более простых категорий просто нет. Даже в математике вот берут сразу аксиому, бам, и неопределяемые понятия. Я иногда в порядке шутки начинаю спрашивать, говорю, вы давно математику учили? Давно. Ну что такое точка? Думать. И так ему неудобно, что я забыл, и ладно, не расстраивайтесь, это неопределяемое понятие. А тут нет неопределяемых понятий. Мы с вами с самого простого начали, какое есть. С самого простого. У нас с самого как начали, пошли. И так можно дальше идти. Но это вы можете делать самостоятельно. Значит, во-первых, я вам указал сайт, на котором это есть лекция. На этом же сайте есть плейлисты, вот есть плейлист «Кружок по диалектике». Он там в двух вариантах есть. Там сначала это был КГЛД, назывался «Кружок любителей гегельской диалектики». Там темный Гегель, а потом, значит, вот цветной Гегель, там просто «Кружок по диалектике». Можете тоже посмотреть занятие, которое я веду. Теперь я должен вам сказать, что что может быть еще вам тут в помощь? Значит, есть такая книга. Смирнов Игорь Константинович. Так. И Попов МВ, то есть я. Называется она «Диалектика». Капитализма и социализма.
Смирнов Игорь Константинович, он доктор экономических наук. Мы с ним вместе изучали 5 лет науку логики Гегеля, посвятили много этого времени. И потом он написал одну книжку про капитализм, другую. А это вот имеется на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии. Фонд рабочей академии. В разделе «Библиотека» вы найдете ее. Рабочая академия. Это вот, скажем, если вы хотите от этих абстрактных, так сказать, утверждений, посмотрите, как это применяется в исследовании в конкретной жизни. Фонд рабочей академии. На главном сайте Фонда рабочей академии этого нет, а вот это сайт, Московское отделение. Московское отделение. А мы с вами должны еще разобрать, что такое вообще метод. Ну, по теоретической позиции, ну что такое метод? Ну что такое метод? Слово это все вам слова знакомы. Что такое метод? Вы можете сказать, что такое метод? То, с помощью чего изучается. А? То, с помощью чего изучается. То, с помощью чего изучаю. Я с помощью головы. А вы? У нас это метод, это голова. Я понял. Спасибо. Буду знать. Ну, вы даете определение, я им пользуюсь. Как еще может быть? Я же не должен отходить в сторону. Раз вы сказали, я беру и начинаю. Это же определение, тоже для меня метод. Беру ваше определение и начинаю применять. На что нужно делать? А вы как считаете, что такое метод? Нет. Вот я мог бы по-другому поставить вопрос. Вы вообще слово это слышали? Вы уже взрослый? Скажите, что такое метод? Ну, я сейчас смягчу ситуацию. Гегель говорит, что меньше всего люди знают и понимают то, что всем известно. Почему? Ну, кто будет изучать то, что всем известно? Это и так оно известно. Зачем его изучать? И поэтому, говорит, самые такие вот известные понятия наименее всего познаны. Потому что, ну, это может вызвать даже раздражение, неудовольствие, что начнут заставлять заниматься тем, что и так всем известно. И поэтому, а когда оно становится известно? Ну, в детстве, когда люди просто, так сказать, повторяют, люди в малом возрасте, то, что говорят другие люди, и все, без того, чтобы понимать, что это такое. И вот с этими детскими представлениями до глубоких сединок доживай. Причем это сохраняется там не только в каких-то разговорах, это сохраняется в каких-то исследованиях. Словарь, допустим, открываешь, это вообще горе, эти всякого рода философские словари, потому что вы знаете таких серьезных ученых, которые написали этот словарь? Их очень мало. Ну, если уж по русскому языку, то Даля, конечно, можно. Но уж раз вот тут может быть совпадение филологии и, собственно, самой задачи написать словарь. А так, ну вот, например, Эйнштейн написал учебник? Нет. Вот Евклид написал, правда, учебник. А так вообще это редкость в науке, чтобы кто-то написал там... Обычно пишут научные работы, а учебники пишут люди, которые ничего не открыли или мало что открыли. И поэтому так получается, что некоторый разрыв. Ну вот, что касается диалектики, тут изложение и познание совпадает. В том смысле, что в ходе изложения вы излагать должны так, чтобы вводить одно другое. Поэтому у Гегеля получилось, что он одновременно и излагает, и определяет. Поэтому он говорит, что не надо ругать тех, кто не знает, что такое метод. Так что это сложная вещь. Вот я сейчас вам сформулирую, как у Гегеля. Ну, потому что вот в словарях написано, метод – это способ. А способ, вот то, что вы сказали, это средство. А средство что? А это метод. И все. То есть просто кидает людей от одного берега к другому, и он, так сказать, и не может понять, что же такое метод. И что метод, вот скажем, не каждое же средство применимо для другой цели, правда? Можно так рассматривать, что это средство можно применять независимо от содержания. Вот, например, молотком хорошо забивать гвозди, а шурупы отворачивать немножко сложновато будет. Микроскоп, он придуман, конечно, для того, чтобы рассматривать то, что не видит, так сказать, наш глаз невооруженный, но его можно использовать как
молоток. Но он недолго прослужит при этом. И менее удобен, чем обычный молоток. И это будет тоже средство, правда? Средство – это то, что вот посередине, слово «середина». То, что я ставлю между собой результатом – это средство. Вот что такое средство. Но из того, что я ставлю это между собой результатом, это не значит, что это метод. Метод – более высокое понятие. И вот я вам сейчас сформулирую, как у Гегеля определяется метод. Метод есть осознание формы. Метод есть осознание формы. Внутреннего самодвижения, содержания, внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета или исследуемого предмета. Метод есть осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Но это, так сказать, это не чистое бытие, это не так вот не переваришь сразу, что это означает все. Я вам попытаюсь это растолковать. Значит, посмотрите, там в этом выражении осознание формы внутреннего содержания и содержания, речь идет о самодвижении и содержании, да, о содержании. То есть содержание предмета. У предмета есть содержание. Это содержание вы будете брать мертвым или живым? Будете брать его в движение или так, как оно есть? Скажем, вы изучаете живое, материю и движение. Вы будете изучать как самодвижущееся или просто внешний толчок какой-то? Вы толкнули, вас толкнули, вы упали. Вас подняли, вы пошли. Как будете изучать? Или будем изучать ваше самодвижение? То есть не будем это внешним это, делать, этот метод, как некое... Средство, которым куда-то что-то толкает и портит. А будем рассматривать самодвижение самого содержания. Согласны? Это правильно? То есть метод неотделим от содержания. Каждое свое особое содержание требует особого метода. Не может быть единого метода для самых разных содержаний. Если это не грубые какие-то средства, которые не столько помогают изучать, сколько губят то, что собираются изучать. Поэтому... Значит, вот первая мысль, что это речь идет о содержании. Вторая мысль, что идет о содержании, которое находится в процессе самодвижения. А самодвижением, что является источником самодвижения? Энергия. Источником самодвижения, говорит диалектика, является борьба противоположностей, противоречий. Противоречие есть источник самодвижения. А энергия – это одна из форм проявления этого более общего выражения. Это я не отрицаю то, что вы сказали, а просто обобщаю. Беру то, что относится ко всему. Источником самодвижения является противоречие. Что значит человек родился? Значит, умрет. Что значит умер? Значит, жил. Но если не хотите умирать, не рождайтесь. Что тут непонятно? Раз не умер, а родился, значит, он находится в процессе самодвижения. Он идет, он развивается, и в то же время есть и восходящие тут, и нисходящие моменты. Это мы уже рассматривали. То есть все находится в самодвижении, в самодвижении. Мы рассматриваем, если мы говорим о методе, мы говорим о том содержании, которое подвергнуто внешнему толчку или о внутреннем самодвижении, внутреннем движении. Так вот. Метод есть осознание формы внутреннего самодвижения, а не внешнего движения, которое порождено каким-то толчком извне. Так вот, что нужно для того, от метода? Осознать форму, научный метод. Она должна осознать форму, это внутреннее самодвижение, то есть выразить в понятиях это самодвижение. И это будет научный метод. Но движение, оно без нас идет, это самодвижение. Без того, чтобы вы это изучали, без того, чтобы это исследовали. Но вы это исследуете... И изображаете, отражаете в движении понятий то самодвижение, которое есть. Это есть осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Понятно я изложил? Или не совсем? Или совсем нет? То есть есть самодвижение содержания изучаемого предмета. Вот перед вами предмет.
некое бытие. Но вы понимаете, за бытием скрывается сущность, там есть содержание, форма неотделима от содержания, содержание от формы, это содержание кипит, поскольку все движется, все изменяется. Все изменяется. Нет ничего такого, чтобы не изменялось. Вы можете абстрагироваться от изменения на время, пожалуйста. И тогда тоже что-то полезное и правильное получите. Это не отбрасывается, это просто односторонний будет взгляд. Но это самодвижение есть. И вот осознание формы этого самодвижения, осознание, то есть мы должны перевести это же в голову. Как мы можем перевести в голову? Или понять? Выразить в понятиях. Понять, значит, выразить в понятиях. А если я на вас смотрю таким взглядом, что вот мне все понятно, что вы хотите сказать, но если я не могу это выразить в понятиях, то я ничего не понимаю. Потому что выразить по-человечески в понятиях, значит, выразить таких понятий, что я вам могу передать, вам могу и вообще кому угодно, человечеству. Вот как только ученый сможет выразить в понятиях, то есть так, чтобы это то, что ему пришло в голову, можно передать всему человечеству, он сделал открытие. Или он, по крайней мере, вот, провел научное исследование и создал что-то новое. А если он не может выразить в понятиях, он говорит, я понимаю, но высказать не могу. Вот я понимаю даже больше, чем вы, хоть вы доктор наук, а я вот не доктор, но я понимаю больше, чем вы, только я высказать не могу. А вы просто высказали и за это получили диссертацию. Ну и вы тоже выскажете и получите. В чем проблема? Раз вы так хорошо. А я, говорит, не могу высказать, а понимаю лучше вас. То есть вот Гегель тут вот ставит очень жирную точку и говорит, понять, значит, выразить в понятиях. Поэтому он вот утверждает, что метод, вот скажем, в науке логики метод изложения совпадает и с методом исследования. В науке логики. Хотя, как вы понимаете, когда какой-то ученый приступает к изучению чего-то, он сначала это со всех сторон осматривает, разглядывает, собирает материал, там, обдумывает. Если вы задачу решаете, вы тоже, так сказать, не сразу идете, вы так и так повернете, может быть, с такого конца пытаетесь, с этого конца. То есть это очень длительный такой процесс. Пока он, так сказать, не приступит к этому движению. Потому что в известном смысле доказательство, например, в математике, это вот такая форма самодвижения математического материала. Вот вы брали просто утверждение, а вы его, это утверждение докажите. И тогда получается, что вот оно берется уже теперь как результат вот этого самого доказательства. Правильно? Вы взяли то, что было в условиях, и доказали вывод. И этот вывод взяли как вывод, а не как то, что вот дано просто. Потому что в формулировке теоремы оно просто дано. А вы его взяли как вывод. А что значит взяли как вывод? Только доказательство сделали. Хотя здесь вроде бы теорема предшествует выводу. Но потом-то идет этот процесс, который на самом деле объясняет, как она появилась на свет Божий. Или найдена та форма, в которой она появилась. Хотя может быть и другая форма. Есть рациональные доказательства, есть нерациональные. У меня был такой случай, я сдавал анализ. И помню, что-то короткое было доказательство теоремы, ну, страничку. И вот я что-то доказываю. И что-то у меня 10 страниц получилось. И доказал. О, думаю, ну а как? Доказал. Какая разница? Неважно, короткая, не короткая. Давайте ставьте оценку. Пришел тут хмуро доцент у нас какой-то был, уже не помню кто. Смотрел, водил пальцем. Так все более хмуро. Удивился. Ну ладно, говорит, давай. Да, он взял меня зачетку, поставил, отлично, ведомость. А я тоже пошел и тоже задумался, что это как-то странное какое-то доказательство. Ну, хоть оно, может быть, оно и правильное. Пришел я, значит, к своим тетрадкам, домой приехал, глядел. Так, оказывается, я эту теорему, другую теорему написал. Тот, кто привел, начал проверять доказательства. Потом посмотрел на теорему, все доказано. Что-то там сбился я в формулировке. Но на мое счастье нашлось доказательство и в другой формулировке. Так что бывают такие же шутки. Значит, понятно, что такое метод осознания формы, внутреннего самодвижения, содержания исследуемого предмета.